Всем привет! Сегодня у нас новый кошачий влог. Люсю приучаем к унитазу. Мы уже на втором этапе, дырочка стала побольше. И вот как только мы расширили дырочку, Люся увидела воду. Ей это стало интересно. Она засовывает туда лапу, скидывает песочек. В общем, делает с этим стульчиком все, что угодно, только не использует его по назначению. Я даже как-то хотела сдаться, достать ей лоток, но пересмотрев кучу видео на YouTube, решила, что я рано сдаюсь. И, в общем-то, за два дня я уговорила ее снова ходить на унитаз. Как мы ее уговариваем? Просто я наблюдаю за ней, как только она начинает искать место, куда бы сходить в туалет, я ее несу и сажаю на унитаз. Тут главное иметь огромное терпение, не нервничать, не ругать кошку за то, что она сходит в туалет не туда, куда надо, а просто методично носить ее и сажать на унитаз. И вы увидите, как это быстро принесет свои результаты. Самое главное – быть внимательным. Если у вас нет времени наблюдать за кошкой, если большую часть дня у вас нет дома, то лучше не начинать этот процесс. Сейчас я вставлю видео с нашим наполнителем для этого унитаза, который можно смывать, который растворяется в воде. И, в общем-то, мы с вами прощаемся. Дырку мы пока увеличивать не будем еще пару недель, пока не добьемся более стабильного результата. И всем пока. Удачи, хорошего настроения, здоровья вам, крепких нервов. Пока-пока. Чус. Вот так вот выглядит наполнитель для туалета, который мы сейчас используем. Его можно смывать в унитаз. Он не образует комочков. Вот здесь написано. Кто на каком языке понимает? Потому что он не образует комочков. Растворяется в воде. Мы им наполняем Люсин стульчак. И когда Люся сходит в туалет, как сейчас, к примеру, не попала хорошо в дырочку. Я сейчас все это смою, и вот рядом с унитазом у нас гигиенический душ. Я им сразу же исполосну этот стульчак. Да, сейчас я уже сама помою. Ничего, моя умничка.